В агентстве по делам госслужбы предлагают брать на работу в акиматы выпускников вузов без конкурса. Но давать такой шанс только тем, кто учился на гранте. Изменить правила трудоустройства рекомендуют только для будущих сотрудников сельских и районных акиматов. Правда, у них не получится сразу же претендовать на руководящую должность. Соответствующие изменения в законодательстве рассматривают депутаты Мажилиса. Сейчас агентство по делам госслужбы разрабатывают новые критерии оценки работы для действующих сотрудников госорганов. Планируется осуществление оценки государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты которого будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших 4 квартала подряд высокую оценку. Для исключения формализма при оценке с целью продвижения определенных сотрудников такое назначение будет согласовываться с агентством. При этом служащие, получившие 2 квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности.